Всем привет! Сегодня я буду в очередной раз слушать фараона. Вот знаете, написали в комментариях, так меня любят, и так просят, чтобы послушала я фараона. Хорошо, послушаю фараона. И из тех, что мне предложили, мне там много разных вариантов предлагают, сказали, что вот эта песня, она мне должна понравиться, потому что она очень приличная. Ну, давайте послушаем Unplugged 2 Love Kills. Совместно с White Punk. В твоих глазах я вижу себя в огне, себя в огне. Я чую твой страх, просто лети ко мне, лети ко мне. Они даже не знают, кто я. Переспав меня, уже не слети с башки. Ты можешь делать вид, что любишь, но во мне заделать ту дыру внутри. Демоны во мне все хотят плоти. Я унесу твою душу к звездам. Ты уже не девочка, проглотишь мою пекли, ты всего лишь гость. Я хочу любить тебя, хочу любить. Знаете? Хочу любить тебя. Убить или любить? Хочу любить тебя, хочу любить тебя, хочу любить тебя, хочу любить тебя. Но в кокаине ты еле стоишь, я тот секрет, что ты не утаишь. Я думаю о тебе слишком много, мне надо идти, мне надо идти. Я всегда был один, и я сделал себя, и мне никому не понять эту боль, если не вынесу себе мозги. Сделай так, чтобы я проснулся с тобой. Я хочу любить тебя, хочу любить тебя, хочу. Он мне кажется такой сильно одинаковый в этих клипах. Я хочу убить. Вот не хватает изюминки какой-то. То есть вот когда песня нормальная, без мата, да, она такая, она неплохая, вроде такая душевная. Но вот в ней вот какой-то он одинаковый. Последних, вот то, что я слушала ЛСП. Вот что он поет с ЛСП. И здесь вот что-то такое очень сильно одинаковое, сильно они похожи. Конечно, там это переливы и все у него побольше там. А здесь он такой. Но он узнаваем. Вот, понимаете, вот у него изюм, в нем изюм только в том, когда он начинает там материться и что-нибудь там гадкое петь. Тогда он считает, что это изюм. А в принципе, мне кажется, что он, ну, скажем так, что мне кажется, что он долго не продержится в хитах, просто потому, что он нашел вот свою нишу, но она достаточно простая, и чтобы себя разукрасить, ему приходится сильно хайпить, да, сильно привлекать к себе внимание. Вот. А так-то в нем ничего такого особенного, в очередной раз говорю, но голос может и ничего. А так вот никакого изюминки такой, индивидуальности нет, понимаете? Вот. Ну а то, что касается песни, ну такая спокойная, неплохая. Не могу сказать, что там что-то прям сильно крутое было. Ну только то, что он то любит ее, то убьет. Ну знаете, от любви до нет вести один шаг, правильно? Вот, поэтому... Ну, из 10-бальной системы я бы ему трояк поставила. Вот и все.